Занятие спортом укрепляет организм, помогает избавиться от вредных привычек и способствует развитию не только физических, но и моральных качеств. Благотворительный детский спортивный зимний праздник «Всем на лыжню» проводится с целью того, чтобы привлечь детей к занятию спортом и активному отдыху. Чтобы дети отвлеклись от своих гаджетов, компьютеров и телевизоров и отдохнули от городской суеты на свежем воздухе. На празднике присутствует около 400 детей из различных интернатов и реабилитационных центров. Они все веселятся, играют и, самое главное, приобщаются к спорту. Ведь детский спортивный зимний праздник «Всем на лыжню» организовывается каждый год в Бишкеке с целью того, чтобы показать привлекательность зимних месяцев года и проявить интерес к зимним видам спорта. По программе профессиональные биатлонисты показывали детям мастер-класс. Некоторые желающие могли получить необходимое снаряжение и встать на лыжи. Спортсмены же показывали, как кататься, и учили их. Лыжники призывают всех к занятию спортом, ведь спорт – это залог жизни. Однако многие боятся зимнего спорта, поскольку он зачастую приводит к различного рода травмам. Но все же это не повод для того, чтобы не заниматься спортом. Все падают. Так начинал. Некоторые начинают сразу после того, как падают, выходят. Желание пропадает. Ну, так не должно быть. И нужно быть выносливым, продолжать дальше кататься и научишься. Нередко после проведения праздника дети, увидев профессиональных спортсменов, заряжаются их энергией и тоже желают начать заниматься каким-либо видом спорта. Сначала может быть просто из-за интереса, ну а потом у некоторых даже появляется желание связать свою жизнь со спортом. Были тренера, вот... Со школы СДШОР 1 Майского района мы их специально пригласили, чтобы посмотрели среди детей, которые не занимаются, чтобы пригласить профессионально, чтобы занимались данным видом спорта. Праздник закончился тем, что дети, принявшие участие в конкурсах и играх, получили памятные призы и подарки. Уставшие, замерзшие, но счастливые и благодарные дети теперь ждут, чтобы поскорее прошел еще один год, и они снова выехали за город и провели незабываемый день. Весело, можно играть, тут мячом мячи дают. Там еще это выступление было, там танцевали. Мне нравится, тут весело. Тут можно поиграть в разные игры, кататься на лыжах. Сегодня так классно было. Поиграли снежки, там, побегали. Дома сидеть неинтересно. Вот я сегодня приехал с друзьями. Здесь очень весело. Я здесь первый раз пришла, и мне очень понравилось. Я здесь играла с друзьями, играла и... Каталась на лыжах. Классно, с друзьями поиграли. Футбол погоняли. В холодное время года активный отдых помогает не только сохранить в здоровом теле здоровый дух, но и согреться. Зимний активный отдых считается одним из самых лучших средств, способствующих закалке и укреплению здоровья организма. Поэтому такое удивительное время года, как зима, не может быть просто временем праздничных застолий и отдыха перед телевизором. Зимой можно увлекательно, интересно и активно отдохнуть одному, с друзьями или же всей семьей. Бегаим Бегалиева, Арстанбек Дукуев, Адилет Бактыбеков, новости Ошпирим.